Итак, всем привет, мальчики и девочки. Ну, в частности, конечно, мальчики, потому что это будет видео интересно больше мальчикам, чем девочкам. На всех ПК есть вот такая вот штука, и она довольно-таки греется. Сегодня мы поговорим, как понизить температуру M2 SSD. Я говорю не про AliExpress, это полный колхоз. Ну нахер. Он просто не остужает ни на градус. На YouTube уже есть множество видео. Мы с вами потратим сущие копейки и все сделаем своими руками. Причем оно реально будет остужать на 20 градусов. У большинства людей, возможно, остались вот такие вот видеокарты. Это старые видеокарты RGP, у них есть вот такие радиаторы. Эти радиаторы мы и будем использовать в этом, ну, видео, проекте, вот так вот можно сказать. Нам необходим именно вот этот радиатор. Так как с этим радиатором есть некий нюанс. А нюанс заключается в этом, вот в этой пленке. Ее чертовски тяжело содрать. А нам необходимо там зачистить полностью место. Поэтому я взял этот радиатор, ну именно эту видеокарту, и вот он, радиатор, так сказать, вблизи. Нам необходимо его сделать немножко пополам. Получается две почти ровные половинки. Берем наждачку крупнозернистую и начинаем неистово шоркать минут 20. Каждый раз подливаем водичку. Да-да, пальчики будут какие. Видим, что еще есть канавки. Так дело не пойдет. Шорхаем дальше. И о чудо, вот он результат спустя 20 минут. После этого нам надо будет еще мелко зернистой наждачкой пошорхать тоже минут 20. Ну, короче, там трагедия. Когда шорхаешь, думаешь, блин, может купить уже радиатор за $20. Уголки, естественно, они не достанутся. Они будут закручиваться, как бы ты ни шорх. Все обрезаем по размеру нашего SSD. SSD у меня M2 SSD от Gigabyte на 256 гигабайт. Я извиняюсь за автологию. Еще мне припасен вот такой вот чудесный радиатор. Этот радиатор будет испытываться на 512 гигабайт. Так же самое его зачищал, ну короче, все то же самое. Вот только я взял его не с видеокарты, а именно с материнской платы. Старые материнки. Они стоят обычно на северном мосту, чем мосте. Ну короче, вы поняли. А еще его можно купить реально за доллар, $1 на БУ рынке. Без проблем вообще, выбирай как хочешь. Немножко переходим в тесты. Ну, правда, скриншоты, но все же. Как видно на ваших экранах, сейчас максимальная температура 53 градуса. Врезаем термопрокладки. Я именно вот так установил все. Чтобы было все красивенько по феншую. Поместилось прекрасно. Заднюю часть, правда, пришлось немножко отрезать, но ничего. В принципе, я думаю, довольно-таки неплохо и цивильненько, между прочим. Получше смотрится, чем тот гребаный AliExpress. Все прилегает, все превосходно. Взял у дочки вот эти вот резиночки, невидимки называемые, так сказать. Возьмете у какой-то там девушки, или у мамы, или у младшей сестры, или просто у сестры. Неважно. Потому что есть, в принципе, и обычное решение заводское. Вот так вот это все выглядит именно в самом корпусе. Ну, внутри, имею в виду. Ну, а мы с вами переходим в тесты. И, понятное дело, скриншот. Это был скриншот до 53 градуса, а это после. Как можно видеть, температура упала на 21 градус. Хотя, ерунда какая-то, правильно? Обычная алюминиевая железячка. Причем старая, никому нахрен не нужна. Стоит на БУ рынке сущие копейки, но реально очень значительно понижает температуру вашего SSD. При этом действительно она работает. По сравнению с Аликом, намного сильнее и лучше работает. Все тесты проводились на 5-м или на 4-м прогоне на Crystal Disk. Играю я обычно в Киберпанк. На Киберпанке не повышается температура даже и до 28. Раньше была реально 46. Что самое больше интересное, при понижении температуры возросла запись на диск. Вторая часть, вторая стака, точнее, это же запись идет. И вот она именно возросла. Ну, это удивительно, конечно. В следующий раз я, конечно, попробую все-таки купить на 512 гигабайт. Мне в любом случае покупать. Не хватает уже под игр. Естественно, поустанавливаю 20 игр, ни в одну не играю, но интересно же. И мы протестируем с вами именно тот радиатор, вот этот, который я вырезал именно под 512. У него больше громко идет металла и выше сами душки. Все, всем спасибо. Какой именно SSD-шный, я еще не знаю. Но
если что, будет в следующем видео. Если видео было полезно, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите свои комментарии. Все, всем пока, всем удачи. We'll be right back.